было, что мы всех отметили. А ты где отдыхал? Весь загорел. Не радио, нижнее подчеркивание. На Новый год сейчас присоединяться все. Сейчас сначала люди не понимают, что это вообще за... Надо же дать, да-да-да. Что? Берегись дерева, пожалуйста. У нас просто какой-то прямо, не знаю, нефтяной фонтан из сердечек. Ой, господи, какая я с утра. Привет! Прекрасно. Подписчики, подключайтесь. Сейчас подключатся. Посмотрите, с кем я. Привет. Знаете эту милую красоточку? Дамочку. Мы на новом радио. Я что-то не сказала. Мы на новом радио. Старперцы. Это шоу Старперцы. Вот этот бородатый мужчина. Его все, его знают все по голосу. Здрасте, дорогие миллионы. Вот, да, твой голос. От меня пахнет луком, но вы этого не чувствуете. Только Ольге. Инстаграм. Ольге проблемы. А, еще. Смотрите нас в перископе. New Radio, нижнее подчеркивание. New Radio, нижнее. Реклама пошла, но это для друзей можно. Можно. И, пожалуйста, подписывайтесь. Мой инстаграм для людей с извращенным сознанием. Воронов, Вадим, нижнее подчеркивание, перец Воронов. Ты выучишь сначала свой инстаграм, а потом его продавай. Ну, короче, вот увидите сами буквально. У меня 13 тысяч, мне надо вот так еще хотя бы пару суток. В общем, я выложу фотку, и там это самое... Отметим хэштеги. Отметим хэштеги. Как у вас дела? Маньяки с маньяком скидка. Вот еще, вот еще какой-то человек сидит. Вы его знаете по голосу, знакомьтесь еще раз. Значит, я хочу сказать, что все, кто подписываются в инстаграм Воронова, должны знать, что маньякам на многие услуги, которые есть у Воронова, скидки огромные, до 95%. Все в инстаграм туда, маньяк.тв. Да, вот, друзья, смотрите, у нас какая веселая компания, в 10 утра, каждый раз себя ругаю, что я к вам еду, ну, в том плане, что я очень к вам хочу, но всегда каждый... Очень рано. Очень рано, очень я же еще накрасилась, оделась, ну, это, кстати, уложилась, да. Это, заметили? Да, да, абсолютно, так, присаживайся, так. Мы полезли в эфир. Подключайтесь, это волна 98.4, слушайте да, нас, слушайте. О, на, Антох, поснимай нас да, тоже. Ой, как вас светило, говорят. Ну, когда сочтешь нужным, отключайся, да. Потому что долго не было. Ага. Сейчас будем. Так, сообщение. Здесь все вышеперечисленные, Воронов, Меликов, Селезнева и Ольга Бузова, тоже. Двигатель нашего инстаграма. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Здравствуйте, миллионы! Да, Оль, значит, ну вот смотри, я, конечно, такой покладистый, да, и пушистый, пока у меня власти нету, как только меня выберут депутатом, первое, что я сделаю, закрою Дом-2, ну ты это знаешь, поэтому, в общем, мы с тобой нормально общаемся. Да, откровенные отношения. Да, да, да. В связи с этим, скажи, пожалуйста, ты, как и большинство россиян, в связи с сложившимися экономическими условиями, боишься увольнений? Я? Вдруг нет, нет, я очень уверена в себе, уверена в своей работе, я уверена в своем канале, в своем Дом-2. В муже, наконец. В муже, наконец-таки. У меня, муж меня точно не уволит. Слушай, какая бы экономическая ситуация ни была в стране. Я представляю, он приходит... Я думаю, что ему даже не выгодно. Я понимаю, что карьера у меня идет только в рост. Он приходит такой грустный и говорит, слушай, экономическая ситуация в стране не очень. Надо прощения.